5 машин в ряд. Массовое ДТП случилось напротив офисного здания «Юбилейный-1». Главный удар пришелся на автомобиль «Вортекс» китайского производства. Его водитель Евгений говорит, в него въехал черный «Рено Сандеро». Шел в своем ряду как бы. Подъезжал к светофору и удар. Вот оно все. Цепочка. Дальше «Вортекс» отбросила на автомобиль такси. Также по цепочке пострадали «Киа Соул» и «Шевроле Нива». В одном из автомобилей находился ребенок, а в такси в этот момент был пассажир. Все к светофору тихонечко приближались. Ну, красный горел. И все, там секунды, и удар такой мощный. Я даже, наверное, на несколько секунд сознание потерял. Подголовник как ударился. Глаза открываю, не понял. В результате аварии пострадал пассажир такси, а также зачинщик ДТП, водитель черного «Рено Сандеро». Им оказана разовая медицинская помощь. Установлено в ходе проверки, что водитель автомобиля «Рено Сандеро» неоднократно привлекался за нарушение правил дорожного движения. По данному факту ДТП проводится проверка. У участников аварии также возник большой вопрос, трезв ли был водитель «Рено Сандеро», находился ли виновник аварии в наркотическом или алкогольном опьянении. Этот факт сейчас также выясняется. Евгения Кокшарова, Степан Некрасов, новости Верхнекамья.